Департамента поставок мы берем. Леша, скажи, пожалуйста, чем занимаются девочки, которые здесь у нас работают, и мальчики, юрист? Ну, начнем с мальчика. Начнем, наверное, да, с нашего юриста, который расскажет нам о всем, чем занимается юридический отдел. Так, подводи. Во-первых, кто это у нас? Коломийцев? Это Коломийцев Андрей. Андрей Юрьевич. Андрей Юрьевич. Андрей Юрьевич, да. Какие у нас задачи стоят перед нами? Работать. У нас комплексное обеспечение, юридическое обеспечение группы компаний. Молодец. Как у тебя помощница работает? Помощница у меня прекрасная. Светочка. Свет, скажи два слова. Скорость у тебя набора сейчас какая? Ну, за 400. Мягко говоря, за 400, да. Было несколько раз. Вот. Как работается тебе? Хорошо работает. Настроение хорошее? Да. Значит, девочки у нас работают на компьютере. Скорость работы, Наташа, как? Хорошая скорость работы у тебя на компьютере? Ну, по цифрам, 380 с чем-то было. Молодец. По цифрам очень большая, да? Так, а как, чем вы вообще занимаетесь? Значит, у вас есть здесь определенные средства для, для тренировок, правильно? Разминок, да. Для разминок. Свет, ну покажи, как работает бухгалтерия и юридический отдел. Девочки из бухгалтерии и юридический отдел. Значит, да, вот у нас прямо в бухгалтерии стоит. Да. Да. Индобордом. Индобордом. Вот это наш юрист. Такой прекрасный, да? В такой позе рождаются все умные мысли. Так, совершенно верно. Так, Юляш, давай ты покажи. А ты сможешь или не? Сможешь, да? Ну давай. Можешь без каблуков, можно на каблуках. Наверное, без каблуков давай. Сейчас не упасть. На каблуках будешь? Ну, ну это будет выше пилотаж. Все проходят проверку, да? Все проходят. О, молодец. Ну, на каблуках это круто. Андрей Юрьевич, да. Ты у нас руководитель всех наших юристов, правильно? Да. Все работают под твоим началом. Я, кстати, сегодня думаю по поводу того, что нам нужно создать такую маркетинговую службу, которая была бы тоже централизованная, у которой был бы главный маркетолог, вот как Андрей Юрьевич. Вот. И он смог бы также, как вот сейчас он на индоборде, руководить всеми юристами, давать им ценные указания и повышать их уровень. Правильно? Да. Как у нас защищены все девочки и мальчики, у да? У нас из маркетингового шага есть бесплатная юридическая консультация. В принципе, супер. Пользуется довольно большой популярностью. Супер. Так вот для маркетологов, для будущего дела тоже можно бесплатно проводить небольшие маркетинговые анализы, допустим, по украинскому рынку. Правильно? Да. Это было бы фишкой. Иногда посещение страницы бесплатной консультации выше, чем главной страницы сайта. Некоторые месяцы было так. Угу. То есть это одна из самых популярных страниц на сайте аптеки Нестопять. Понятно. Свет, что тебе больше нравится в нашей работе? Индоборд. Драйв, эмоции? Позитив. Наташа, что тебе больше нравится в твоей работе? Хороший коллектив. Хороший коллектив? Поддержка всегда есть. Как со стороны руководства, так и со стороны сотрудников. Молодец. Вообще. Ну, всегда хорошее настроение. Замечательно. Всегда хорошее настроение. Юля, что тебе нравится больше всего в нашей работе? Ну, все доброжелательные, все настроенные на успешный результат. Все движутся к этой цели. Все очень активные. Вот. Ну и не забываем про отдых. У нас и работа, и релаксация одновременно. Отлично. Молодцы. Хорошо.